как-то вот так пришел ко мне на передачу Борис Моисеев. И уже отработали мы с ним на сцене. Зал, сцена, значит, и он идет с тюками своих костюмов там по заднему плану, по залу. А мы уже работаем, значит, разговариваем с Пьехой. Вот, и вдруг он спотыкается и с грохотом падает и разбивает все. Все эти костюмы вываливаются, он ползает и приговаривает, какой. Это реальная история или это из ваших сценариев? Не, реальная история.